еще раз показываю для тех, кто не верит в то, что нужно делать гидроизоляцию под тротуарной плиткой, которая сопряжена с домом, то есть отмостка выполнена из тротуарки. Вот в феврале месяце я приезжал, здесь все было разрушено, заказчик своими силами удалил старую штукатурку, далее поднялась плитка и переложилась, поставились уже водоотводчики, и теперь нам не страшно. Вот здесь есть наплавляйка, дальше идет битумом, все обмазано, промазано, вот следы бетона контакта здесь есть, сейчас их счищаю чашкой. Вот, ну теперь уже нам намокания, которые проходят сквозь швы плитки, нам уже не страшно. На цоколь дома передаваться не будет. И можно делать уже смело нашу отделку, каменный декор. Вот такие вот разрушения происходят у основания дома. Поэтому не экономьте, обязательно делайте гидроизоляцию, если вы делаете отмостку из тротуарной плитки.